Главная точка притяжения – мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев. Митинг объявляется открытым. Цветы и венки к подножию возлагают руководство Первомайского района, военнослужащие Бобруйского гарнизона и будущие защитники Родины. Красные гвоздики и минута молчания в память о павших героях, чьи имена навеки впечатаны в стену и в благодарные сердца потомков. Хочу поздравить воинов-танкистов, все вооруженные силы, потому что мы все едины. С этим прекрасным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, здоровья родным и близким и, конечно, чистого мирного неба над нашей прекрасной Республикой Беларусь. С танкистами всегда работали в одной связке, потому что мы противовоздушная оборона. Мы их во всех видах боевых действий прикрывали. Хочется поздравить всех танкистов с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке. У города на Березине славная военная история. Именно здесь до 1992-го дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная танковая армия. Во многом именно благодаря ей советские войска одержали победу на Курской дуге и смогли переломить ход Второй мировой. Легендарный Т-34 – один из главных символов Второй мировой и самый массовый танк. За время войны было создано свыше 55 тысяч машин различных модификаций. И неудивительно, в этой уникальной технике оптимально сочетается огневая мощь, крепкая броня и поразительная маневренность. С импровизированной сцены звучат песни, работают тематические и игровые площадки. За солдатской кашей выстраиваются настоящие очереди. В программе квест-игра «Путь к победе», лазертаг, аквагрим и катание на лошадях. Для самых маленьких – городок и батуты. Праздник замечательный, много народу собралось, все с хорошим настроением, все такие позитивные. Приятно находиться в такой обстановке. Ну и мой ребенок тоже любит ходить на такие праздники. Вот смотрите, щечку и нарисовали, да? Спасибо большое за то, что такие праздники у нас устраивают. Хорошая погода, хорошее настроение, хорошая организация. Все хорошо. Мы рады, что такой кашей кормят наших военнослужащих. Очень вкусная каша, оценили. Сегодня белорусские танкисты – ударная сила страны. На вооружении больше 1000 бронированных машин Т-72. Они обладают большой огневой мощью и высокой маневренностью. Быстро преодолевают обширные расстояния и водные преграды. Это могучая современная техника, способна осуществлять боевые задачи, а главное – поддерживать мир. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.